А вот там едет Лёша. Сразу видно, как паровоз. Что он слабо едет. Давай, давай, газу. Что такие? А мне на высоких как будто троить не может прогреться, как будто прям когда максимальные. Да? Ну. Потому что это холодно. Да, должен прогреться уже был. Да, не так я хотел, не так. Лёха, научи. Газ закрыл. Ну ёб твою мать! Сейчас ж Барелли стоит. Вот если бы ты на курву смог бы ее наперед, то бы заскочил бы. Если бы наперед? Ну да, ты загасился уже вверху. Так если бы ты шел так хорошо, то заскочил бы. Забыл, только что с каденции. А? Только что с каденции, как будто ты. Ну. Уже уезжать скоро. Надо, чтобы вспоминал. Мне надо было покататься перед царевами. И все было бы хорошо. Uh-huh. И стою неправильно. Uh-huh. Но на царевах ты об этом не думаешь.
Они просто забились и все. Ох, как хорошо пошел. На тоненького. Странно. Песок, что ли, такой сейчас стал? Не знаю. Сейчас на тот. Что у тебя плохо? Я тоже знаю. Ладно. Пробуй, будешь заезжать еще? Не знал, рыхлый, не рыхлый, боялся воткнуться. Ну, я понял. Принимаю твое оправдание. Ну, это правда. Верю. Ого. О. А, спускаешься потом... сразу туда, потом спускаешься. Шо? Надо трек накатать тут какой-то, слушай. Сейчас накатаем. Надо покурить. Вот хочу покурить. Как ты занимаешься спортом и куришь сигарет? Мне в голове не укладывается. Спортом и курю. О. Бля, что шея хрустнула и болит пиздец. Еще как... на тренировке в спортзале. Да? Я когда, ну, этот, пресс делал. Пресс? Как? На пресс. Я не знаю. Что это было? Подвеска настроена на 80, как Пашка. Давай. Давай показывай мастер-класс. Я нихуя не умею, какой мастер-класс. Давай. Давай тоже. Я не хочу. Не хочешь? Я тоже не хочу. Что? Mm-hmm.
Алло, малё. Ну, привет. А где заявление надо писать? Я председатель, поэтому... Лёшка, ты пьяный, что ли? Да выебывался. Сука, руки болят, пизда. Мотик сагать вообще не могу. Нахуя ты слез? Что? Нахуя ты слез? Я не слазил. Я падал. Да. Yeah.